Только что закончил вот такой кухонный нож. Клинок ламинат SunMake. 40Х13 на обкладках и 9Х в центре. Длина клинка 240 мм, ширина 50 мм и толщина по обуху 3,2 мм у основания и 1 мм у кончика. Вот такой вот больстер изготовлен из нержавеющей стали. Дальше проставка из G10, снова нержа и снова проставка из G10. Рукоять вот такой вот формы округлой, весьма удобно лежит в руке. Из термомодифицированного ясеня, пропитана смесью восков. И заказчик также отдельно просил, кстати, вот как всегда имеется вот такая вот, даже никеля не надо, с 9КС ШХ15 ХВГ в ламинате всегда имеется вот такой линия отдельная, разделяющая центр и разделяющая обкладочный материал. Ножны просил изготовить, ну, такой переносной вариант, чехол из шерно-сидельной кожи и вот такой вот хлястик-стопорок изготовил. Просто, лаконично. Ну и вот, собственно, уже в ножны убрал. Смотрится в ножнах вот так. Кожа имела уже сразу покраску. Цвет имел такой коньячный. И после пропитки смесью восков стало смотреться, на мой взгляд, еще лучше. И, как я считаю, этот комплект весьма и весьма удачный.